70 исполнительных производств на общую сумму в 150 тысяч рублей. И это только с цыганского табора в селе Подвязновске Ивановского района. Судебные приставы утром в четверг работали по принудительному взысканию штрафов ГИБДД. У вас штраф 500 рублей и исполнительский сбор 1000 рублей. 1500, будьте любезны. А почему? Значит, штраф ГИБДД от 5 мая 2017 года. Орехово-Зуевская. Орехово-Зуевская. Были? Был. Ну вот, видите, как хорошо. 1500, будьте любезны. Запишите мне это. Нет, давайте сейчас. Ну, у меня сейчас деньги с собой нет. Займите у кого-нибудь. Оплатил бы штраф сразу, исполнительский сбор приставом платить бы не пришлось. Мужчина обещает съездить в ломбард, говорит, что денег нет. Но приставы обещают в ответ. Пока все производства не закроют, просто так отсюда не уедут. И сразу должник находит вариант. Берет деньги у соседа в долг. В основном у граждан не бывает денег. Они говорят, что давайте потом оплатим. Но потом, через несколько минут, у них откуда-то появляются деньги. Кто-то ездит в ломбард, закладывает имущество, как сегодня вот один мужчина отправился. Кто-то занимает у своих соседей. В основном у них есть всегда деньги. Но они появляются где-то через час, через два. Но мы всегда ждем, мы знаем, что они все платежеспособны. На этом месте табор существует уже 20 лет. Здесь 40 домов, в каждом по несколько машин. Цыгане любят быструю езду, а вот правила не любят. Поэтому приставы у них частые гости. К таким визитам привыкли даже местные. Люди же штраф, вот эти, ходим, бегаем. Мы же не здесь, мы в Москве, везде ходим. Ну, камеры везде, на каждом углу. Уберите камеры, и не будут штрафы. Сейчас на меня 25 тысяч пришло на сына. Я ехал в ГАИ, разбирался, да, вы уплатили их давно. Я не знаю, почему еще с приставу они приходят. По три раза платим одни штрафы. Одни штрафы платим по три раза. Потом приходят, а мы виноваты, или мы не виноваты, и все. Все, валют на ГАИ. Леонид сильно проштрафился. Его остановили сотрудники ГИБДД, выписали штраф на 500 рублей. Оплату он проигнорировал. Теперь будет в течение 20 часов трудиться на обязательных работах. К вам дали административное наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов, правильно? Да. Есть какой-то, да? Давно, что нужно делать на обязательных работах, знаете? Вроде бы. А сейчас мне девушка подскажет все, что надо делать. Обязательных работ. Вы будете отбывать у нас за парки. Это у вас налоговая задолженность. И вы будете делать то, что вам скажут. Наверное, убираться. Собираться в зоопарк. Да? Я и все, вроде бы, да? Как отбудете по отбыванию обязательных работ, должна принести табель все отработанного хорошо. Времени. 17. Сейчас ему вручено требование. Если в случае он не будет отбывать обязательные работы, по нему будет составлен протокол административного правонарушения по статье 20.25.4. И тогда, может быть, ему назначат арест. К приставам исполнительные документы попадают не сразу. Выписанный в ГИБДД штраф сначала 60 суток ждет, когда его оплатят. И только потом суд, который отправит постановление о возбуждении производства. А уже после приставы выходят в рейд. Они обычно уклоняются от задолженности, не проживают. Если к ним приезжать, они обычно платят. Но возникают проблемы с оплатой по безналичной оплате. Либо они летом просто не проживают. Мы выставляем сейчас требования под роспись. О том, чтобы они явились, оплачены квитанции, либо тем людям передали. Как правило, такие рейды заканчиваются полным погашением задолженностей. Этот раз не исключение. Образцовый табор. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.